находимся в закрытом фонде абонемента научно-технической литературы. Фонд этот сравнительно новый, книги 83-87 года издания. В нашем фонде очень много книг наших авторов. Вот, пожалуйста, книга Бойченко. Книга Бойченко, заведующего кафедрой металлургии. Книга Иващенко «Бескоксовая металлургия железа». Очень ходовые книги. Одна из новых книг по операционным системам, которые тоже пользуются большим спросом у студентов. Thank you.
плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Помните. На две недели.
большое ей спасибо. Третьего числа выбили. Я хочу вам, ну, я знаю его наизусть, но я волнуюсь, поэтому какое счастье, мы еще живем. Мы слышим птиц, любуемся цветами. Друзья, родные, дети с нами. Есть на кого вочать весенним днем. Какое счастье, мы еще живем. Болезни? Да. А у кого их нет? Потери? Но без них никто еще не прожил. Встречали мы и розовый рассвет, да и закатом любовались тоже. И если мы грустим осенним днем, какое счастье, мы еще живем.